Ты наемник, и у тебя богатый опыт. Это кто? Отдыхающий? Ты же сказала, все чисто. Я сказала, впереди все чисто. Впереди и сзади. Чисто, грязно. Чисто, грязно. Короче, приступим. У нас было похищено нечто весьма опасное. Оно не должно попасть на черный рынок. Кто покупатель? Грег Симмонс. Миллиардер, торгуется оружием. О, сколько милых лиц, прям кровь стынет. Для такого дела нужна достойная наживка. Несомненно. И на что ловим? Дэнни Франческо. Актер, да? Любимый актер Грега Симмонса. А как подцепить его на крючок? Шантаж. Искусство побеждать. Цинично? Это твой шанс сыграть величайшую роль в своей жизни. Ты вообще кто? Твой новый менеджер. Слышал, между тобой и твоей кузиной аж искры брызжут. Да, я люблю свою кузину. Да, Дэнни. Притом во всех смыслах. Нет причин нервничать. Нет причин нервничать? Они всего лишь убийцы. Ты же актер. Играй. Ладно, я готов. Заработал. Кто-нибудь ущипните меня. Это Дэнни Франческо? Какие творческие планы? Сыграть загадочного талантливого миллиардера. То есть сыграть меня? Смотри, вникай. Повторяй все за мной. Что бы я ни делал. Кто бы ни снабжал Грега, вчера он был среди нас. Его друзья. Я внедрюсь к друзьям Грега. Ты только не забудь их сперва в кино сводить. Ну, перед тем, как будешь в них внедряться. Тебя сейчас хлопнут. Так хлопни первым. Мило. Что случилось? Он тебя узнал. Орсон по кличке Фортуна. Звучит сексуально. Тебя раскрыли. Мы в жопе. И что делать? Звезда, похоже, гаснет. Займись Дэнни Франческо. Займись Грегом Симмонсом! Я всем займусь. Что будешь с этим делать? Этим я буду стрелять в них, Дэнни. Думаешь, тебя никто не видел? Да. В смысле, да, тебя никто не видел? Да. Или да, ты думаешь, тебя не видели? Да. Операция «Фортуна. Искусство побеждать».